пойдем смотреть футбол «Локомотив Зенит». Да ладно, как может играть паровоз с фотоаппаратом? Неудачно зевнувший на посту гаишник попробовал вкус непотушенного окурка Marlboro. Вот у кого большая сила воли, так это бабушки, торгующие семечками. Вот это гиганты терпения. Сидеть перед семечками и не есть их. Привет! Что вы сегодня можете посоветовать из коктейлей? Сегодня наш коктейль дня называется «Максимум 3». Это как это? Ну вот смотрите, берем бокал вина и второй, и максимум 3, и наливаем в кастрюлю. Потом берем кружку пива, потом вторую, и максимум 3, и тоже туда же. Потом берем стопку водки, вторую, максимум 3, и наливаем туда. Потом берем бокал коньяка, второй бокал, максимум 3, и тоже наливаем туда. Потом выпиваем один стакан этого коктейля, 2, ну максимум 3. И потом встаем и делаем шаг 1, 2 и максимум 3. Не забывайте иногда корректировать и обновлять свою мечту, а то как-никак у нас сбудется. А вы не будете иметь понятия, что вам делать на пенсии с этим зефирным КамАЗиком. В свое время мы кидались на переменных мокрыми тряпками. Уверен, сейчас есть для этого специальная программа на Android. Продам телевизор Sony, пылесос Sony, стиральную машину Sony. Только быстро, пока Sony нет дома. Что такое большое, как Эйфелевая башня, но не весит ни грамма? Тень вот этой левой башни. Дальнобойщик Петруха, регулярный перевозящий спиртное, отличается от коллег тем, что у него стальные нервы и грустные глаза. А чем отличается девичник от папника? Девичник – это вечеринка, где участвуют одни девушки. А папник – это мужчина, который, несмотря на это, сможет туда попасть. Дед Петруха – тонкая натура. Он даже, когда телевизор включает, держит вилку в левой руке. Если вы пропустили выпуски от 28, 29, 30 и 31 декабря, ищите в вашем поисковике «Дед21». Прописными буквами слепно. Там есть еще 400 видеороликов с анекдотами. Подписываемся, кликаем на колокольчик,